Добрий вечір. Яка різниця між Богом та Всевишнім? Ніякої різниці немає. Всі по-разному називають. Хто-то говорить Бог. Это, понимаете, эти слова означают качество. Они все связаны... На санскрите есть аналоги. Вот, например, Всевышний означает «выше никого нет». Он самый высший. Это его титул Бога. Поэтому его так называют. Всевышний на санскрите «вишну» означает «нет никого выше». Бог означает, что он обладает достояниями, то есть он самый главный. На санскрите «бхагаван» — это одно и то же. Значит, самый главный, он имеет достояние. Шесть достояний. Он самый красивый, самый богатый, самый смелый, могущественный, самый знающий, самый отреченный и так далее. Понятно? Такой Бог означает самый-самый. Вот. Есть разные имена. Есть имена, связанные с рождением Иисус, с рождением Бога. А есть имена, связанные с Его достоянием. Те, которые связаны с рождением, они выше стоят, потому что они дают возможность с Богом личные отношения устанавливать. А те, которые связаны с его достояниями, дают возможность устанавливать отношения с его достояниями. Тело получается могущественным становится. И то, и другое хорошо. Человек должен иметь силу в жизни, он не должен быть слабаком. Поэтому произносит «Бхагаван, Бог». Есть разные имена Бога, связанные с рождением, связанные с его жизнью. Господь любит так же, когда мы произносим имена святых людей или Его Матери, Богородица, Дева Радость. Это личное отношение с Богом устанавливается тогда. Это очень мощно. Любовь означает личное отношение.